Но кто не помнит этого предприимчивого кота, сумевшего из бедного сына мельника сделать титулованную особу? И, конечно же, интересно, что было после того, как его хозяин стал богат и женился на принцессе? И вот прошли годы. Изворотливый предприимчивый кот сменил ботфорты на Прада, а шляпу с полями на стильные очки от Dior. Он успешный менеджер и блестящий биржевой брокер. Эдакий кот с Уолл-стрит. Ай да кот!